Регион за первое полугодие 2022 года на первом месте в республике по объему выполненных строительных работ. В текущем году будут построены 11 арендных жилых домов для социально уязвимых слоев населения, 6 кредитных и 2 жилых дома для переселения жителей от Басарского района из паводка опасной зоны. Акмолинская область – одна из первых в республике, расширившая географию строительства кредитных домов, которые строятся не только в областном центре, но и в малых городах – Акуль, Есиль, Ерементау, Макинск. Жилищное строительство ведется во всех 20 регионах области. Здесь хочется отметить большой вклад индивидуальных и коммерческих застройщиков. Почти 70% жилья в области вводится за счет частных инвестиций. За последние 2 года в области построен 41 объект социальной сферы. В текущем году будут введены 6 школ на 3292 места в селах Отемес, Жбекжолы Аршалынского района, в городах Кокшетау, Коша и Акколь. За последние 2 года строителями сдано 7 объектов здравоохранения. Построены врачебные амбулатории в Шортендинском, Целиноградском районах. В условиях пандемии за 3 месяца была возведена модульная больница на 200 коек в городе Кокшетау. В текущем году будут введены в эксплуатацию поликлиника на 100 посещений в городе Кокши, центр первичной медико-санитарной службы в селе Коянда. Также планируется завершение реконструкции стадиона в селе Балкашино Сындыктауского района уже в этом году. Зарина Беккалиева, Марат Ахмеджанов, Кокши, Ахпарат.